Председатель КНР Си Цзиньпин также встретился с государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Встреча состоялась в Пекине. Китайский лидер заявил, что КНР продолжает развивать дружественные стратегические отношения с Мьянмой на высоком уровне. Китай готов обсудить новые точки для экономического роста в рамках специальных проектов на благо двух государств и их народов. Кроме того, Си Цзиньпин от лица Коммунистической партии Китая предложил Аун Сан Су Чжи как лидеру Национальной лиги за демократию сотрудничать и обмениваться мнениями по вопросам управления партиями. Напомню, государственный советник Мьянмы прибыла в Пекин на международную встречу высокого уровня между членами КПК и политическими структурами других государств.